и улетела жить. Добро пожаловать в наши будни. Такси всегда сигналит, и тук-туки сигналят, когда вы идете по кольцевой дороге, предлагают вас подвезти. В этой части острова очень часто можно встретить тук-туки. Давайте посмотрим, сколько стоят фрукты в Таиланде. 3 на 100. Рамбутаны. How much рамбутан? 50 бат. А how much лонган? 80. 80? 60? 60. Окей, вот тут хорошая цена. Итак, знаменитый Fisherman Village находится на Бобхоте. Вот он, Walking Street. И здесь продают только еду и вещи немножко. Итак, орешки 50, 100 бат. Арахис 20 бат. 50 бат. Так, тоже 50 бат такие пирожные. И их огромное количество. И их огромный ассортимент. Так, свинина в кляре 100 бат. 50 бат. Сосиски, ну здесь наверняка 20-30, просто цены нет. Спрингроллы 20 бат, 15 бат. Фрайд чикен с хлебом. Картошечка во фритюре 40 бат. Кокосы здесь по 30 бат. А, с бананом? Ух ты, а ты откуда знаешь? Ты вот эти увидел? Бананы по 30. Да, это желтый, а это зеленый. Да. Чай молочный улун 20 бат. Вот такие маленькие расфасованные пакетики. Вот они. Такого размера. То, к чему я еще не прикоснулась, но планируем когда-нибудь обязательно. 30-40 бат. Личинки. 25. 39 смузи. А вот теперь посмеемся. How much? 60. А this? How much? 80. Ну вот, чуть дороже. А отошли буквально 5 минут пешком. Суши, роллы. 10 бат. Ой. 15-25 осьминоги, кальмары, вегетарианские спрингроллы 50 бат, креветки в кляре 60 бат и курица 50 бат. Джетфрут 40 бат, папайя 30-40, ананас 100 бат, такой вот мешочек. Паттайя 60-50, 80 бат. Опять вегетарианские роллы 50 бат. Такой шашлычок 10-20 бат. Ух ты! Это в картошке? Ой, я такой не пробовала. Вы пробовали? Смотрите. Давайте-ка. Шашлык 50 бат, крокодил 100 бат. Ребрышки. Давайте узнаем, сколько стоит. Здесь нигде не написано. Нет. How much? 80 грамм. Thank you. 80 бат. Папайя салат 60 бат, манго салат 80 бат. Мидии с сыром 120 бат. Такая красота. 4 штучки и 50 бат хлеб. С чесноком, маслом и зеленью. Наивкуснейшее сладкое 5-10 бат. 10, арой-арой говорят, 25. Такие вафли 30 бат. Смотрите, отошли чуть-чуть, и ребрышки стали стоить 150 бат. Ух ты! Вот такие я еще тоже не пробовала. 25 бат они? Такие тоже 25. Пицца 100 бат. Вот такая красота. Краб, смотрите, какой интересный. Вот так вот поджаренный на гриле 30 бат. Вот он.
Шаурма, 100 бат. Плавненько мы переходим в шарфы. 150 бат. Масла кокосовые. 150, 250. Тайгер бальзам. How much? 70 бат. Ага. Купальники по 300 бат. Такой платится 200 бат. Размеры M, L, XL, 2XL, 3XL. Так что все будет хорошо с размерами на рынке. Ой, какая красота. Майки по 100 бат. Ого, вот это серьезно. Какие крутые машины, коллекционные. Я представляю, сколько они стоят. Ну вот, рынок остался позади. Здесь такое круговое движение и кафешки, рестораны. Те же самые роллы по 10 бат, ну и всякие другие варианты. Так, за 40 бат вам кокос вытащит. Я где-то снимала, как он это делает. Тайские приправы. 40 бат выше. How much this? 400, ага. 400 бат. На не самом приятном пляже, чтобы ходить. 149 и 49. Смотрите, какая красота. Косомы. июля, день рождения короля. И сейчас по всему Самуи выставляют вот его портреты, ну и как-нибудь их украшают. Ты. 15 бат выстрел. Распродажа. 50 бат подставка. Что еще? 100 бат для айфона, 6 чехлы. 100 бат для айфона, 5, 7, 8 и для какого-то еще. Кепочки. How much? Значит, все кепки 350 бат. Что-то не догнала я, за что? А статуэточки-то и странные бывают, а? Ой, ну если честно, вечером ходить тут с ребенком сложно. Прям человек на человеке, надо оберегать. Жемчуг. Ну вы сами понимаете, да, даже если я сейчас спрошу, сколько стоит, они мне могут сказать одну цену, а вам другую. Sorry, how much? How much this? Ну вот, длинные бусы. Где-то метр. 1650 бат. And this how much? И вот браслетик сколько стоит? 450 бат. Такие браслеты. 80 бат один. 2150, 3200. 10700 бат. В принципе, по 100. А на выходе стоят тук-туки и такси, так что вы можете спокойно доехать до своего отеля или для своего... Или до своего места, или точно вот такси в паре. Да, здесь, кстати, есть еще крутая пиццерия. Мы там были. Ну, не именно в этой, а просто в этой компании. Очень вкусно готовят. 350 бат была обалденная гавайская пицца. Deja que te diga cosas al oído para que te acuerdes.